надо записывать альбом. А я не хочу записывать альбом. Почему я не хочу записывать альбом? Почему ты не хочешь записывать альбом? Почему ты не хочешь записывать альбом? Ну не хочу, просто. Мне некогда. Я работаю. Я на диванчике лежу. Я на диванчике лежу. Отдыхаю после работы. Какой альбом? Не, ну надо же альбом записывать. Ты после сессии всегда записываешь альбомы. Твою мать, Свят. Что за дела? Надо поесть. Я устал. Надо записывать альбом. А материала нет. Или ты не собираешься его придумывать? Но это ж для материала нужно брать гитару. Нужно садиться. Значит, что-то тут играть. Это ж все сложно. Я не хочу, я хочу быстрее. Я взял так, нажал клавишу, и все, и готово. А тут нужно взять гитару, в эту дырку воткнуть, кабель. Неинтересно, совершенно задолбал, честно говоря. Так что альбома не будет, наверное. Че, поверили? Альбома не будет? Будет, конечно же. Только он будет состоять не из... как вы думаете, в альбоме сколько композиций должно быть? 10, 11, 12? Не-не-не. Он будет состоять максимум из 5 композиций. Вот в этом-то весь прикол. Альбом еще даже не в стадии разработки. Он просто сидит и думает, как же ему все записывать, когда ему все записывать, и как это все ему сводить. Он еще видюшки записывает. Нет, чтобы альбом записывать, он видюшки записывает. Нет, чтобы альбом записать. Вас музыкой порадовать. Ну, в общем говоря, альбом будет, когда, ну, через неделю, наверное. Вот, потому что потом каникулы закончатся, пока что на работе. Дети этого не слышали. До хера всякого говна. Дети этого не слышали. Пока что на работе много всякого разного, от чего очень трудно даже записать материал и понять, как он там будет слышаться и так далее. Но обещаю, что к концу этой недели выложу первый трек. Первый. Так что ждите. Всем всего доброго. Пока.